Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем на Бомбарбье ТВ марафон с компанией JoinUp. И сейчас у нас великолепная тема «Романтика Средиземноморья». И говорить мы будем о Кипре. У нас в гостях Агнеса Троицкая, руководитель направления Кипр непосредственно. Она расскажет нам о всех прелестях, собственно, этой страны. Да. Здравствуйте, уважаемые коллеги, партнеры. Здравствуйте. Рада быть сегодня здесь с вами. Да, действительно, я вот сегодня для вас подготовила самые романтические идеи, и 5 идей и 5 романтических отелей, где будет классно встретить День Святого Валентина. Естественно, я не устану повторять о том, что Кипр все-таки это остров любви. Он просто пронизан романтикой. Ведь недаром именно здесь родилась богиня любви и красоты Афродита. О боже, да. И пребывая на этом острове, не просто хочется признаваться в любви, стоя на коленях, а просто кричать о своей любви где-нибудь с высоты какой-нибудь горы, либо же с берега Средиземного моря. Прекрасно. Мы продолжаем тему влюбленных. Мы готовимся к празднику Дня Святого Валентина. И, в принципе, он совсем-совсем уже не за горами, буквально вот совсем через несколько дней. Но, тем не менее, я так понимаю, мы говорим все равно о тех странах, куда еще есть возможность попасть на эти праздники, правильно? Да, да, конечно. Замечательно. Итак, давайте же начнем. Что же интересного? Я вижу, мы будем говорить о купальне Афродиты. Расскажите, о чем речь? Да, купальня Афродиты. Естественно, вот вы представьте себе, да, купальня Афродиты находится в районе Лачи. И вот представьте, когда берешь в аренду машину какую-нибудь красивую с откидным верхом. Это, конечно, мечта. Лучше делать, когда тепло, да, когда чуть прохладно, можно и с закрытым верхом. Вот, вы просто себе представьте, вот по поверью, когда пара влюбленных искупается вот там, вот видите, посередине слайд, вот это есть купальня Афродиты. Если они вдвоем там скупаются, то навеки вечные они будут вместе. На территории данных купалин находится ботанический сад, по которому можно прогуляться, подышать свежим воздухом, послушать пение птиц, сделать прекрасные фотографии. И вот после этого можно проехаться именно к месту рождения Афродиты, да, где она непосредственно вышла из пены морской. И как я уже говорила в прошлых эфирах, да, что если влюбленная пара найдет сердечко, то они будут вместе навеки. А сердечко можно искать от него во всем. В камне, в пении, воде, да, в облаках. Да, то есть вот все, на что готова ваша фантазия. Да, везде, да, где вы можете увидеть сердечко, это все. Это ваше. Да, и это же касается опять-таки холостых людей, незамужних, неженатых. Если они найдут это сердце, они в скором времени встретят свою любовь. И вот тогда все будет по-другому. И тогда все будет по-другому. Замечательно. Есть еще Черепаший пляж. Да, Черепаший пляж. Опять-таки, этот пляж находится далековато, да. Ну, конечно, лучше заезжать со стороны Coral Bay. Скажем так, это будет путешествие на целый день. Опять-таки, рекомендую взять машину. На прокат, ну, лучше джип, конечно, потому что там, так как это место... Непроходимость дороги, плюс оно не так заезжено туристами. То есть там дикий пляж Лара, да, на котором... вдоль которого, когда вы будете проезжать на машине, можно периодически останавливаться, слушать шум прибоя. И вот когда вот вы уже приезжаете на этот пляж, вот представьте себе, какая вот романтика, когда ваш молодой человек становится на колено и под шум прибоя на берегу Средиземного моря делает вам предложение. Я думаю, что отказать в такой ситуации просто невозможно. Да, и, наверное, все-таки это мечта каждой девушки, такое признание в любви. Мы же всегда хотим чего-то красивого, чего-то романтичного, да. Да, вот мужчины, пожалуйста, будьте более романтичны, будьте более внимательны к своим женщинам, дарите им подарки, ищите прелесть в чем-то обыденном, даже можно всегда найти что-то интересное, потому что вот эти отмазки, нету времени, нету денег, это же все глупости, можно, не знаю, из палочек, из дерева сделать браслетик, подарить, и девушка будет действительно счастлива, потому что это сделано с любовью. Будьте романтичны, находите интересные решения и места. В чем угодно, да, и места в том числе, о которых мы сейчас вам еще расскажем. Да. Итак,
Есть у нас великолепная деревня Агрос. Агрос, да, она находится Агрос, в преддверии гор Тродос. Эта деревня знаменита тем, что они выращивают дамасскую розу. И местная фабрика изготавливает всевозможные эфирные масла, крема, розовую воду. Причем, что дамасская роза, вы знаете, что она делает с организмом? Нет. Она оказывает бодрящий эффект. Вот если такие вот масла, которые вот, либо же можно помазать себе, в себе височную часть, да, либо же понюхать, да. А вот что касается кремов, то они оказывают омолаживающий эффект. Ага. Вот. И плюс к тому, вот, когда цветут вот эти прекрасные розы, на фоне вот этой всей романтики можно, естественно, сделать предложение. Но после этой деревушки можно подняться на гору Олимпус и просто прокричать о своих чувствах и сделать предложение вот на самой высокой горе. Боже, она находится совсем рядышком с деревушкой. Угу. Вот. А в какой период цветут розы, чтобы вы немножко понимали? Ну, там, в принципе, розы практически круглый год, за исключением, когда выпадает снег, конечно. Там же в горах снег может выпасть непредсказуемо, да, потому что, как правило, температура там держится от плюс 5 до плюс 10. Вот. Ну, как правило, конечно, ближе к сезону, я так думаю, сезону, да, ближе к сезону. Вот. То есть сейчас вероятность есть, но как повезет. Да. Вот если вы поистине влюблены, то вам обязательно повезет. Конечно. И вы увидите эти невероятные плантации роз. Дальше. Я уже боюсь выговаривать слова, которые Аталоса, звучат парк, да, для меня непривычно. Аталоса, который находится в Никосии. Тоже могу сказать, такое достаточно романтичное место. Как все мы видим, очень зеленое. Да? Mm-hmm. И там также оборудованы специальные как беседки для пикников. Да? То есть вы спокойно можете, даже не брав в аренду машину, можно просто взять велосипеды на прокат и вдвоем прокатиться в этот парк, взять что-то для пикника, например. Например, что-то из национальной кухни, да, там кипрское вино, камандария, либо же какое-то светлое вино, фрукты, какие-то кондитерские изделия, либо же сыр халуми, который можно сделать на гриле, очень вкусно, кстати, с белым вином. Вот, и, соответственно, сделать себе такой пикник, потом просто прогуляться вдоль парка, послушать пение птиц, да, и вот я думаю, что девушка при такой обстановке, я думаю, что 100% скажет да. Да, а еще, между прочим, я думаю, что можно влюблять в себя так девушек, ну, или парней, да, то есть можно под каким-то предлогом уговорить, например, коллегу или соседа, или кого-то поехать на Кипр. Вот мне тут попались, собственно, билетики, поехали, мотнемся. А там вот в этой романтичной обстановке, в невероятных красотах, уж прям человек растает, и можно покорить сердце. Конечно. Вот так вот. Хорошо. А что же еще интересного у нас есть? Таверны на берегу моря, конечно же. Вы знаете, я вот на Кипре была много раз, не буду говорить сколько, и меня всегда поражало вот местный колорит вот этих таверн, которые находятся непосредственно на берегу моря, либо же в порту, да, вот возле воды. Это, конечно, очень романтично, тем более, что они вот в таком стиле все сделаны, в таком романтическом стиле, вот я бы сказала. И когда вы приходите в эту таверну, и вас встречает радушный хозяин с каким-то комплиментом, играет греческая музыка, когда шум прибоя, когда закат, когда вы заказываете вот национальные кипрские блюда, да, и вам их преподносят с такой любовью, что там уже вот просто вдохновение само собой появится, скажем так. Да, исходя из картиночки, выглядит очень аппетитно все. Да. И кипрская кухня славится своими. Славится, конечно, да, вкусностями. Конечно. Да, очень славится. Прекрасно. Так, а сейчас мы поговорим, так понимаю, об отеле, в который можно поехать для того, чтобы провести свой романтический уикенд. Да. Не уикенд, неделю отдыха, что вам пожелается. Я так понимаю, есть разная продолжительность. Да, есть разные продолжительности. Я могу сказать, что вот у нас на 14 февраля на 4 ночи осталось 2 билета всего лишь. Ага, вот так. И поэтому вот, мы когда перейдем ко второму слайду, да, там будет очень такое заманчивое предложение от отеля, которое, я думаю, должно вдохновить, и тем более цена должна вдохновить, как для пятерки, да. Вот я подобрала 5 отелей моих самых любимых, которые, в которых просто царит романтика и которые вдохновляют просто на вот такие вот на подвиги, на поступки.
Давайте поговорим. Да, первый отель Аматос Бич, он находится в Лимассоле, отель сетевой. И вот вы знаете, он в таком сделан стиле, в таком помпезном, вот, в стиле Джеймса Бонда. Вот там все очень шиком, с блеском. Первая линия. У них прекраснейший есть бар, коктейль-бар с террасой, с которого открывается потрясающий просто вид на море. И вот особенно, когда вот уже вечернее время, и особенно, когда полнолуние, когда он просто утопает в зелени, светит луна, и парень становится на колено и делает предложение руки и сердца. И, кстати, у них есть свой ювелирный бутик, поэтому если вы хотите, как говорится, не отходя от кассы и там где-то не приобрели с собой колечко, именно там его можно приобрести по, в принципе, доступным ценам. Доступным ценам. Да. Прекрасно. Вот это к той истории, которую я предложила перед этим. Да. Поехали, в принципе, на особо ни на что не рассчитывая, а тут раз-раз все сложилось, и вы так за недельку в конце, а не сделать ли мне предложение? Да, да, да. Дорогие друзья, я думаю, что подобные путешествия, романтические путешествия, да, которые на самом деле романтическое путешествие можно сделать, я думаю, даже в соседний город, да, но это больше от фантазии зависит. Вот туроператор JoinUp предлагает комплексное решение для того, чтобы облегчить задачу мужчинам, наверное, все-таки больше в этом случае, да, которые хотят сделать что-то этакое, подарить что-то невероятное, незабываемое. И в таком случае есть уникальные предложения, которыми стоит воспользоваться. Вот есть еще вот такие прекрасные горящие путевки, о которых мы сейчас говорим. И я уверена, что после таких путешествий по возвращению на родину вас еще долго будет царить, во-первых, вот это послевкусие, а во-вторых, мужчина, который хотя бы раз сделает такое красивое, не обязательно предложение, просто такой подарок невероятный. После этого он получит отзыв, да, получит вот эту отдачу, и после этого он будет хотеть еще и еще делать такие интересные подарки, да, какие-то романтические всплески. То есть это же важно, чтобы у мужчины появлялось еще желание. У девушек тоже могут появляться желание делать прекрасные романтические подарки. Да, поэтому, конечно. Пожалуйста, девушки, не прощелкайте свои возможности. Я могу, кстати, сказать, у меня есть вот молодая пара, мои друзья, они познакомились на Кипре. Вот, и каждый год, каждую свою годовщину они встречают именно там. Прекрасно. Поэтому они настолько прониклись вот этим островом, потому что на Кипре романтика царит круглый год. Не только ко дню Святого Валентина, просто ты когда прилетаешь в этот остров, окунаешься в местный колорит, в просто шикарнейший сервис в отелях, европейский сервис, вот, что просто тебе хочется туда возвращаться вновь и вновь. Супер. Вот видите, настоящая история любви, о которой, может, мы сейчас и говорим. То есть это же ничего не выдумано. Не нужно фильмы смотреть дома на диване, а просто создавайте свою жизнь такой, чтобы она была достойна любого фильма. Да. Итак, поговорим о втором отеле. Да, вот Columbia Beach Resort, 5 звезд. Могу сказать, что данный отель нам дал спецпредложение для тех, кто прилетит 14 февраля на уикенд, на 4 ночи. Могу сказать, что это мой один из самых любимых отелей, потому что он находится вдали от города. Он находится в районе Писури, это штат Лимассол. И он, вы когда заходите в этот отель, у вас... Вот у меня лично вот сложилось такое впечатление, как будто бы я, ну, как бы не на Кипре, а вот на Мальдивах, потому что вид из окон открывается потрясающий просто вид, и фотографии получаются действительно, как будто вы находитесь вот на Мальдивах. Райские острова. Да, плюс еще есть у них тоже, опять-таки же, бар-терраса, где стоит телескоп, где можно понаблюдать вечером за звездами. Ну, опять же, подкрепление темы о романтике. Да. Вот. И отель дал нам спецпредложение. Да, это они дарят спа на 30 минут для влюбленной пары. И в номер вино, фрукты плюс канапе. Ничего себе, как прекрасно. И да, они для нас подготовили видео. Вот, мы можем сейчас его показать. Да, с удовольствием посмотрим видео. И еще относительно отелей на Кипре. Скажите, какая сейчас погода там? Ну, там сейчас днем где-то приблизительно плюс 19. К вечеру, конечно, температура опускается до 10 градусов.
А вот, но на самом деле солнце настолько прогревается, что вам кажется, что не плюс 19, а плюс там 22-23 градуса, да? То есть из-за солнышка становится комфортно теплее. Достаточно, да. Прекрасно. Конечно. Итак, посмотрим же видео об этом отеле. Итак, только что посмотрели великолепнейшее видео об отеле Columbia Beach Resort 5 звезд, который находится на Кипре. И если вы хотите отдохнуть в этом отеле по невероятной цене, если я правильно вижу, от 813 евро. Это есть цена именно на двоих, на 4 ночи, но с вылетом 14.02. Прекрасно. То есть вы уже 14 февраля будете там и будете наслаждаться красотой этих пляжей, красотой природы, ну и, в принципе, самим островом Кипр. Торопитесь в агентство горящих путевок. На сайте hotour.com.ua можете выбрать любое агентство, обратиться в него и, собственно, там купить этот тур. Поторопитесь, потому что мест осталось немного, насколько я два понимаю. Два всего? Всего лишь два. То есть для вас двоих, дорогие друзья, вперед, не упустите свой шанс. Итак, давайте же поговорим дальше. Какие еще есть предложения по отелям? Бутик-отель «Лонда». Это первый бутик-отель на Кипре. Причем, чем он хорош именно для романтического отдыха? Потому что, как правило, тут в основном отдыхают без детей. И атмосфера сама в отеле настолько располагает к романтике, что вот сам сервис, как вот они, вот стилистика номеров, виды из номеров. У них есть тоже потрясающий ресторан-бар «Каприз», да, который серверу, ну, который подает очень вкусные блюда средиземноморской кухни, в том числе и морепродукты. И все это можно засервировать опять-таки на террасе с видом на море. И они предлагают там некоторые свадебные пакеты, да, вот, либо когда делаете предложение руки и сердца. И что, еще что хорошо, то что он практически в центре Лимассола находится от старого города, то есть можно либо такси взять, проехаться, пройтись этими узкими, красивейшими просто улочками, насладиться старым городом. Вот. То есть можно сделать себе прекрасную экскурсию прямо вокруг отеля, да, говоря, да, что, чтобы там не засиживаться, либо не залеживаться. Отель на первой линии находится, естественно, нехороший пляж, хороший заход в море и просто отличный сервис. Хорошо, Агнес, а вот, может, вы мне подскажете, потому что я уверена, что многих из наших зрителей, не таких опытных путешественников, да, там, интересует вопрос, в чем отличается бутик-отель от обычного отеля, потому что сейчас очень часто встречается понятие бутик-отель. Можете ли вот объяснить, чем вот понятие? Ну, бутик-отель, он, по сути, сам себе, наверное, отличается тем, что он небольшой. Небольшой, комфортный, не, и в основном, конечно, в них останавливаются по бизнесу, да, люди, и вот, ну, скорее всего, что повод вмещаемости. Вот это, то есть это что-то. Небольшой отель с точки зрения компактности размещения, и наверняка какая-то обязательная своя концепция, концептуальность. Да. То есть, как бы, если этот отель нацелен на романтичность, соответственно, все, как вы сказали, от сервиса до сложенных подушечек и полотенечек, все будет говорить о том, что здесь просто царит любовь в каждом уголочке, правильно? Да, да. То есть да. В этом и есть особенность, потому что большие отели, наверняка, они более на массовую аудиторию рассчитаны, на массовую. И там нет, как бы, определенных особенностей, да, а вот в таких отелях, что касается бутик-отелей, ну вот прекрасно, даже мне было интересно, спасибо большое. Можем идти дальше? Да, конечно. Опять сложное для меня название. Элизиум, да, он находится в Пафосе, недалеко от старого города. Опять-таки, Элизиум вошел в тройку отелей, один из самых лучших отелей мира в 2002 году. В тройку отелей. Тройку лучших, да, отелей мира. Да. Тут также у них не только есть ювелирный бутик на территории отеля, но у них также есть, собственно, кондитерская, которую они пекут очень вкусные торты, печенья, пирожные, да, и там есть у них, кстати, двухъярусный бассейн.
которые, да, ну как бы как с водопадом, со спадающим. Да, 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 да. А также есть, что мне нравится, у них отдельно стоящая, типа как бунгало, только для взрослых. Mm-hmm. То есть если вы хотите сделать предложение своей второй половине и ну, чтобы не было шума от деток, то есть такие вот рядом стоящие двухэтажные как бунгало, mm-hmm. и можно вот их забронировать. Есть и с приватным бассейном, и есть просто без бассейна. Вот. Также у них вот что есть красивое, это вот такой мини-амфитеатр на территории отеля, где можно, опять-таки, обратясь к guest relations, организовать признание, скажем так. Признание руки и сердца. Во всех своих грехах, а тут сразу и руки, и сердце предложение, что, мол, признаюсь во всем, готова ли ты после этого за меня замуж? Исходя из того, что вы говорите об отеле, как рассказываете, я понимаю, то есть это еще четвертый, так, у меня будет еще один. Один. Да. Да, то есть речь идет о том, что каждый отель на Кипре, то есть Кипр действительно, наверное, пропитан вот этой романтикой, потому что в каждом отеле есть какой-то свой подход, да, либо отель полностью нацелен на то, чтобы обслуживать такой влюбленные пары, да, либо вот есть отдельные бунгало для взрослых. Да. Звучит, кстати, очень серьезно. Где вам, по крайней мере, не будет мешать шум семейных пар с точки зрения там деток, чего-то еще, да, как бы там ни было. Как бы это ни звучало, может быть, обидно или как-то еще, но иногда хочется отдохнуть от детского смеха даже, не говоря уже о плаче. Ну, на самом деле, вот в Элизиуме там настолько все компактно сделано, что размещение со взрослыми, оно чуть вдали как бы стоит. То есть вы не услышите смех деток, хотя отель достаточно большая территория, вот, которая тоже нацелен и на романтические пары, и на бизнес, и на семьи с детьми, да, но они как-то вот так вот зонами идут. Продумано, то есть все они очень, друг, да? другу не мешать не будут. Прекрасно, замечательно. Ну, я думаю, что каждый может найти себе по нраву то, что нравится. Не слушайте чужих детей, делайте своих. Своих, да. Будете слушать смех своих детей. Да. Итак, у нас есть еще пятый отель, который вы предлагаете. Да. Альмира, он тоже находится в Пафосе. Я бы сказала, что вот двумя словами, это доступная роскошь, да? Uh-huh. Это и пятерка, и очень даже доступные цены, как вы видите, да, из презентации. Uh-huh. Также есть выбор ресторанов, которые с террасами, которые можно сделать романтический ужин и предложение руки и сердца, да? Хороший, отличный сервис, первая линия, да? Uh-huh. Пляж, кстати, вот все отели, которые я сейчас показала, да, вот особенно что касается Пафоса, потому что Пафос у нас как бы гористая местность, да, то есть пляжи каменные. А вот Альмира и Элизиум, у них пляж как насыпной песок завозной. То есть так... они обеспокоены тем, чтобы был комфортный вход. Uh-huh. Опять-таки в этом отеле, если вы бронируете мало молодоженов, если вы хотите сделать какое-то признание, да, то можно попросить отель, они делают специальные услуги, украшают номера, может быть, дают какие-то мини-презент там, в виде ужина, да, либо же бутылку шампанского с фруктами в номера. То есть при вот есть такие для привилегии для молодоженов, для влюбленных пар. Прекрасно. Так, это был наш последний отель, о котором мы хотели поговорить. Замечательно. О погоде мы поговорили. То есть сейчас, в принципе, вполне комфортная погода относительно с тем, что у нас здесь, в Киеве, да, либо, в принципе, в Украине. То есть там около 20 градусов днем. Вот, вы однозначно, вам будет теплее, чем дома. Конечно. Солнышко согреет ваши сердца, вот, и вы можете не обязательно делать предложение, можно праздновать, вот как вы сказали, да, прекрасная традиция, годовщину отмечать где-то вот... в каком-то путешествии, вот почему не на Кипре, собственно. Конечно, и свадебная церемония тоже можно, у нас есть такая услуга, да, правда, это нужно, вот у нас все это сейчас под запрос, пока нету готовых пакетов, цены, конечно, колеблются разные, в зависимости, что хотят, конечно, да, пожелания начиная разные, просто от символической конечно. Церемонии и официальной росписью. Вот. Естественно, что лучше это делать через нас, потому что отели бывают завышают стоимость, конечно, раза в два. Вот, то есть поэтому можно лучше... у вас получить дешевле стоимость. Конечно, да. Прекрасно, замечательно. То есть, видите, не всегда. Просто на самом деле бытует такой миф, да, среди туристов о том, что вот, мол, все туристические компании, агентства, операторы все накручивают, поэтому пойду-ка я прямо
собственно, туда, куда хочу, в отель, либо еще куда-то. Вот я сейчас позвоню, напишу, и все будет как в сказке. Я получу самую низкую цену, потому что это же я же турист, ну, конечно, я же да. пишу. Вот. А эти компании, они вот только вот на мне наживаются. На самом деле все не так. У компании есть гарантированные блоки, гарантированные места, выкуплены на сезоны, правильно? Да, конечно. Вот, то есть за счет того, что есть массовость, да, туристического бизнеса как такового, за этот счет у туристических компаний есть возможность понижать вам стоимость. Вы купите у туристической компании, у компании JoinUp, например, да, то есть как бы аналогично в сети агент горящих путевок, вы приобретаете путевки, приобретаете места в отелях зачастую дешевле, чем можете конечно, купить это напрямую. Да, у вас. Обращайте на это внимание, это на самом деле миф, который мы пытаемся разрушить, на самом деле не всегда получается, потому что все равно я умный, я знаю, всегда срабатывает. Не всегда, к сожалению. Вот. Мы не спорим, все умные, все знают, но туристические операторы, компании, агентства, там работают профессионалы, специалисты, которые с огромным удовольствием вам, собственно, помогут и расскажут. Да, любой ваш запрос, каприз обработают и в рамочку, собственно, в рамочку, да. внесут. Да. Я могу сказать еще, что, наверное, еще одна причина, там, чего именно стоит на Кипре сделать предложение, это потому что, во-первых, там нету визы. И она абсолютно бесплатная, и мы ее делаем за один день. А, во-вторых, лететь не так уж и долго, всего лишь 2:30, и вы на Кипре. Вот, поэтому тоже вот одна из причин, тем более, что плюс к тому, что доступные цены, да, это безвизовая страна, это безвизовое направление, это все быстро, легко и доступно, да. То есть не нужно долго думать, по сути, да? Не нужно долго собираться, да, готовить сегодня документы. Сегодня на завтра можно спокойно решить. То есть если вы решили сейчас, что вы хотите все-таки провести 14 февраля на Кипре, да, внезапно, почему нет, очень даже вполне вероятно, конечно, да, то, пожалуйста, поторопитесь, забирайте последние два места, хотя я подозреваю, что пока мы с вами тут говорим, есть уже, большая может быть, вероятность, кто-то забронировался, да, что на это число вы уже улетите. Но ничего, подождете, полетите в следующий раз, да, впереди 8 марта, как да, бы там ни было. Да, 8 марта, хотя можно, в принципе, и просто как сделать подарок. У нас там есть вылеты на 18 февраля тоже, там несколько мест осталось тоже. То есть как подарок можно сделать. Конечно, можно выбирать любые даты, которые вам нравятся, которые вам подходят. И, как сказала Агнеса, от 4 дней, я так понимаю. Да. То есть и дальше любая продолжительность тура для вас, под ваш запрос. Да. Агнеса, расскажите еще, пожалуйста, что же можно интересно рассказать об экскурсиях? Да, на самом деле, когда вы берете уикенд, например, да, на 4 ночи, этот уикенд можно расписать по дням, да? Конечно, он пролетает очень быстро, хочется и насладиться номером, ты же покупаешь в хорошем отеле красивый номер, да? Конечно, хочется провести да. там много времени, да, вот, кстати, видом из окна, да, вот что мы проговорили, да, да, места, вот эти идеи, да. Вот, кстати, все эти идеи можно воплотить в одну поездку. Угу. То есть можно поместить компактнее. Да. Можно, ну, как и взять экскурсии, да, а можно, как я говорила, взять машину на прокат и объехать за вот эти 4 дня все романтические места. Хочу также рассказать, вот там не было такие как бы развлекательные, да, экскурсии, угу. такие как ослики, да, с кипрской ночью. Угу. Опять-таки, когда вы приезжаете на ферму, вас очень радушно встречает хозяин, и при большом желании, конечно же, можно с ним договориться, чтобы вот как бы скажу так, в начале проходит экскурсия, да, вы катаетесь на осликах, после этого Cyprus Night, где шоу со стаканами, где мужчины киприоты танцуют циртаки, вас обучают циртаки, вот, и можно вот в этом процессе как-то договориться с хозяином фермы, чтобы он вам помог сделать предложение, да, как бы руки и сердце. Вот, это очень интересная экскурсия, кстати. И по окончанию вы можете получить права по вот управлению так. осликами. Да, фотография права будет. По вождению осликов. Да. Вот, пожалуйста. Может быть, пригодится где-нибудь. Да, есть еще одна популярная экскурсия, которая пользуется спросом. Это в город Родос, монастырь Кикос. Очень красивейшие места, все в зелени. Можно сделать потрясающие фотографии, снимки. Также экскурсия, в процессе этой экскурсии вот посетите Кикос. Монастырь, в котором висит чудотворная икона Божьей Матери, оригинал, у которой можно попросить все, что угодно. И, как правило, это все сбывается.
Прекрасно. Не только романтикой, любовью пропитана, да, даже желаниями вашими, мечтами, собственно, пропитан остров Кипр. На самом деле, вот само отношение, да, местных жителей, киприотов к нам, к туристам, к другим странам, да, потому что на самом деле вы, когда прилетаете на Кипр, вас настолько радушно, тепло встречают, причем везде, начиная с отелей, заканчивая ресторанами, тавернами, что вам просто не захочется оттуда уезжать. Вы приезжаете как к себе домой. Сколько раз я приезжала, я уже Кипр как бы считаю как своим вторым домом, скорее всего, так скажу. Потому что настолько все пропитано вот таким вот колоритом, любовью, дружелюбием, сервисом, едой, всем. Все меня покорило. С первого... Всем покорило. Вообще все. Прекрасно. Насколько я понимаю, что все-таки Кипр довольно-таки круглогодичный. Да, круглогодичное направление. Мы даже вот в этом году поставили зимой. Угу. Блоки мест, да, нам на авиакомпании МАУ. И могу сказать, очень даже неплохо идет, и люди ездят, и приезжают с такими впечатлениями, что... Ну, во-первых, очень много экскурсионной программы интересной, да. Насколько вы заметили. Да, очень много романтичных мест, которым погода не обязательно имеет какое-то значение, правильно? И, в принципе, на самом деле, очень много людей, которым 30 градусов жары не всегда, да, не всегда кайф, скажем кайф. Так, да? А вот, то есть, как бы, возможно, погода 20 градусов, когда вы можете набросить какую-то болеро, курточку, да, да, и прогуляться, да, по берегу. Это же прекрасно, это замечательная возможность, поэтому, конечно, я понимаю, что многие люди все-таки действительно оценили по достоинству, да, зимний, да, Кипр. Да. Здорово. Скажите еще, пожалуйста, а что же касается, если пара с детьми, да, вот если же все-таки отдых с детьми, наверняка можете что-то по этому поводу сказать, потому что в любви все возрасты покорны. Конечно. Во-первых, во-вторых, наверняка можно же отмечать не только вдвоем день влюбленных, да, конечно. Мы влюблены в своих детей, мы влюблены в своих родителей. Вот если вы хотите все-таки поехать с ребенком отдохнуть, то что же можно предложить, что какие экскурсии, да, на что обратить внимание на Кипре, когда ты едешь туда с ребенком? Если вы хотите поехать, например, в зимний период, да, потому что в зимний период все-таки больше работают регионы Лимассол, Пафос и Ларнака, да, а Энапа, Портораз, где просто шикарнейшие белоснежные пляжи, в основном все отели закрываются, и там достаточно скучно будет зимой, да. Если мы берем зимний период, да, то, конечно же, это вот Лимассол, где песчаные пляжи, где просто можно прогуляться, скажем так, по ним, не обязательно купаться, да, есть отели, которые, в которых есть крытые бассейны, да, и детские клубы работают, правда, конечно, не так активно, как в летний период, да, вот, но есть отели, вот я бы, конечно, бы рекомендовала в Лимассоле, это Mediterranean Beach, четверка, вот, и Amatus. Что касается Пафоса, да, конечно, там с пляжами проблема, да, но вот семейные отели, да, это вот, как я сегодня говорила, тоже Элизиум можно предлагать для семьи с детками, да, отель, и там, в принципе, есть куда выйти. Ну, конечно, самый оживленный курорт — это Лимассол, так как Лимассол, его считают как русским городом, да, там 80% русских. Имеется недвижимость, никакого, бизнес. Никакой границы вообще нет. Нет, вообще нет границы. Абсолютно. В принципе, на Кипре сейчас уже везде в отелях есть русскоговорящий персонал. Ну, не во всех, конечно, отелях, но он есть. Вот. То есть не обязательно знать английский язык, но, в принципе, какие-то маломальские навыки английского могут вам, да, помочь. Да, могут помочь, и в любом случае один человек на рецепции разговаривает на русском языке. Я думаю, что разъясниться можно, да, объяснить, чего вы хотите. Агнеса, давайте поговорим о том, какие же вкусности ожидают наших гостей, наших клиентов, туристов, если они попадут на остров Кипр, да? Наверняка, если они уже там были, они едут туда за вкусностями в том числе. Это безусловно. Потому что Кипр славится своими деликатесами, славится своей кухней. Расскажите же, что вкусненького можно отведать? Да, конечно, на Кипре кухня просто потрясающе вкусная. У них огромнейшие просто порции, и поэтому всегда, когда я отправляю своих друзей, либо же когда нам агенты звонят, мы всегда говорим, что много не заказывайте. Да, много не заказывайте, потому что не съедите все. Mm-hmm. Вот, например, одно из блюд, которое традиционное на национальной кипрской кухне, это рыбное либо же мясное мизе. Данное блюдо состоит от 15 до 19 блюд.
Естественно, что это, люди, да, они несколько. Постепенно, да, выносят. Естественно, это блюдо нужно заказывать минимум на 4 человек. Угу. Да. Естественно, что в мясной мизе, конечно, оно не такое, так прямо, да, чтобы вкусное, как вот рыбное, да, там, где есть всевозможные морепродукты, мидии, креветки, осьминоги. Особенно они говорят, потрясающие осьминоги на гриле. Это просто, который тает во рту, и сама эта подача блюд, они могут с какими-то с песнями, бывает, и даже с танцами, да, как бы преподносить это все, да. Во-первых, очень вкусно. Вкуснейшие вина на Кипре, у них много плантаций, есть даже организованные экскурсии, там, где можно поехать на дегустацию разнообразных вин, сыров, оливок. Естественно, что оливки очень вкусные, так как тоже они растут на Кипре, да. Еще у них очень вкусные сладости, да, есть еще... Какие там сладости? По типу, знаете, как вот в Турции лукум, да? Угу. Вот по типу такого они изготовляют сиропа рожкового дерева из граната, да? Угу. Сладкий сироп изготовляется, да, который, да, да, потом, да, загусает, да, и, да, превращается, да, в такие сладости. Да, да. Это все делись в том, что это все натуральное, биологически чистое, да, без каких-либо добавок, ГМО и всего остального. Да, да, потому, да, что я так понимаю, что на Кипре, имея вот такую плодородность, да, гораздо дешевле и, конечно, выгоднее действительно растить натуральный, да, продукт, да, вот, чем еще чего-то туда какого-то непонятного домешивать. Да. Поэтому прелесть кухни еще особенно тем, что она очень здоровая. Правильно? Да, и да, еще при том, что на самом деле на Кипре недорого стоит покушать, поэтому... Угу. Когда у нас, например, запрашивают питание, либо все включено, либо же трехразовое питание, я всегда говорю, не нужно, потому что достаточно будет завтрак, ужин, чтобы на обед просто выйти, делать себе разнообразие в еде, да, потому что, во-первых, это вкусно, во-вторых, это дешево, да, к примеру, вот на двоих можно покушать спокойно на 10 евро, правда, конечно, нужно знать места, вот, где покушать, вот, это с напитком. То есть это может быть бокал вина, либо же пиво, либо же чай, кофе, вот это вот входит вот в эту сторону. Прекрасно, то есть в принципе, если знать места, да, есть вероятность, что покупка тура на завтраки с разнообразием вкусов в разных местах, тавернах, будет дешевле, чем покупка тура on inclusive? Есть, конечно. Во-первых, скажу, что напитки очень дешево в супермаркетах, да, вина, можно вина, либо пиво, можно, вот пиво можно купить, начиная от 30 евроцентов, 33 евроцента, а вино можно купить 0,75 от 1,5 евро и выше. И причем это будет вкуснейшее вино, не такие, как у нас продают, конечно, вот, так что... То есть по цене нашего дешевого вина, вот, вы купите греческое, недешевое, натуральное, абсолютно настоящее и вкусное, да? Да, да. Замечательно, хорошо. Я вот вспомнилась на этом, что когда-то вела эфир с коллегами тоже по Кипру, и очень много внимания мы уделили именно здоровой пище на Кипре, о том, что если вы... Сейчас, в принципе, это тренд, да, слава богу, люди начали задумываться о том, что они кушают, да, вот, о том, что мы употребляем в пищу, как это влияет на наш организм, что будет с моим организмом через 10 лет. То есть, слава богу, сейчас это хоть как-то начинает поселяться в людей, и эти тренды там, здоровой пищи, это популярно, и этим многие этим живут даже, то есть многие изменили свой образ жизни. Конечно. Поэтому Кипр – это то место, где абсолютно вас вот в этом будут поддерживать, да, но он сам уже приводит к тому, что попав туда, вы будете кушать натуральные продукты, да, настоящие оливки. То есть даже сладости – это сироп фруктов, либо там, да, какие-то там дерево, да, которое с сахаром. Рожковое, да. Да, рожковое дерево сделано с сахаром. То есть как бы это не какие-то там сникерсы и все, что сахаром. Да, но еще вот сироп из рожкового дерева, который они изготовляют, он очень даже оказывает лечебные функции для организма, да. Это вот для пищеварительного тракта хорошо, он повышает иммунную систему. Вот, поэтому это его, кстати, вот можно ввести, как и в качестве сувенира тоже с Кипра, да. А что еще можно ввести в качестве сувенира? У них есть деревушка Левкара, где они плетут всякие
вот такие вот штучки для на столы, на вазы. Из лозы плетут, да? Из лозы плетется? Из какой-то дерева, из, да? Да. И очень красиво, да. Везут еще серебро тоже, угу. Очень, кстати, доступное в цене, да. Угу. Там и с камнями Сваровски, и с фианитами, ну, разные камни, да. А серебро нужно покупать в ювелирных магазинах, либо есть какие-то вот уличные... Есть деревушки. Можно, в принципе, и в ювелирных магазинах, но мне кажется, это будет чуть дороже, чем в деревушках, да, покупать, угу. Потому что есть ручные работы. В магазине можно и дома купить, не интересно. А там, я так понимаю, можно ощутить вот именно, то есть они делают это, да, ручная это ручная работа. Также вот из продуктов можно сыр халуми, который вкусно очень, как я уже говорила, на гриле, да, и на сковородке можно в домашних условиях. Я думаю, сейчас есть такие сковородки, которые напоминают гриль, да, поэтому можно, как говорится, его приготовить. Ну, естественно, опять-таки, везут вина, везут мыло с оливок, везут крем для лица, либо для рук на основе оливкового, да, оливкового масла. Да. Везут оливковое масло, опять-таки, потому что оно очень доступное в цене, нежели у нас. Да, и качество у него другое. Опять же, собственно, говоря о качестве. Везут вот разные статуэтки в виде осликов, так как ослик это является как символ Кипра, да, потому что на ослики раньше все строилось на Кипре, да, все вот пахали землю, выращивали картошку, вот ослики трудились, не покладая рук. И поэтому они очень ценят, да, вот это животное и привозят вот либо статуэтки, либо же магнитики в виде осликов. То есть это, в принципе, магнитики в виде осликов, это такой символ Кипра, тоже там в числе. Ясно. Ну, в принципе, на самом деле, знаете, меня очень радует тенденция последних лет, то, что многие туристы, многие клиенты привозят сувениры, вот немножко отошли от этих тарелочек, да, вот, то есть магнитики, как бы, да, все равно многие собирают магниты, и, в принципе, в этом есть своя прелесть. А вот что касается каких-то там объемных статуэток, тарелочек, вира, да, вот да, это, то есть, да, как да. Бы, это все сейчас немножко отходит на второй план, и последнее время, насколько я вот могу судить по себе и по своим знакомым, люди больше стараются вести вот ощущения, да, то есть мы начали ценить момент, вот здесь здесь и сейчас, да, вот я там попробовал вот это вот эти оливки, да, я попробовал этот сыр, я попробовал вино, и я хочу поделиться со своими близкими именно этим, не подарить им статуэтку, которая будет занимать место, пылиться, да. Конечно. Вот мы сейчас, мне кажется, сейчас психология немножко другая, и люди нацелены не на будущее, да, не в том плане, что не на будущее, то есть нет вот этого вот собирательства, да, вот, чтобы вот заставить все полки, завесить все стены, то есть мы не на это сейчас рассчитаны, очень много молодежи живет таким кочевым даже способом, да, они переезжают с одной съемной квартиры в другую, не потому что не могут позволить себе купить, а потому что им это нравится. А вот у меня, например, есть такая пара молодая, которым вот им просто в кайф каждые там полгода менять квартиру. Они говорят, если мы себе купим квартиру, мы не сможем сделать в ней такой ремонт, мы не сможем позволить себе, и тем не менее нам ее надоест, вот. А так мы вот пожили в этой, вот тут все супер-пупер, как мы хотим, надоело, мы переехали в другую. Вот теперь мы живем в такой квартире, вот. То есть может, когда-нибудь мы придем к тому, что мы что-то захотим, да, вот к такому. Но сейчас у нас такой собирательный образ. То есть сейчас молодежь больше кочует, я же говорю, кочует в рамках одного города, кочует в рамках страны. То есть очень много людей работают в разных городах, да, кочуют в рамках разных стран, в рамках планеты Земля. Сколько дауншифтеров, да, сколько людей, которые на зимовку куда-то уезжают, возвращаются, которые переезжают в разные страны. То есть этого действительно очень много. Вот, фриланс сейчас возрастет. И поэтому, наверное, психология меняется в сторону не вот этого вот насобирания вещей. Вещей должно быть столько, чтобы их можно было поместить в один чемодан. Да, согласна. А в собирании ощущений, собирании эмоций. Поэтому мы везем продукты питания, мы везем что-то, чем мы хотим поделиться. Мы хотим поделиться ощущением этого моря, ощущением этого вкуса со своими близкими и с родными. Я думаю, что в этом особенность. Да, но я думаю, что все-таки с Кипра, когда любой человек придет на Кипр, он в любом случае привезет большой мешок эмоций.
Большой мешок. Независимо в какое время года, в какое время суток, вот, они все туристы возвращаются под большим впечатлением. Да, и причем на Кипре не только для семьи с детками. Есть еще города-курорты для молодежи. Да, это такие как там Айя-Напа. Есть дискотека, еще что-то. Есть Айя-Напа, да, это как мини-Ибица, да, там, где потрясающая большая улица дискотек в два ряда. Ничего естественно, себе. Что этот регион больше предназначен для молодежи, но и приезжают тоже с детками из-за пляжа, потому что там есть такой как знаменитый пляж Нисибич, это белоснежный просто пляж с бирюзовой водичкой, с лагунками, с такими, и естественно, что сезон сам начинается, да, вот начиная с 1 апреля и заканчивая по середину ноября, там, где можно комфортно тусить. Есть и дешевые апартаменты, которые для более эконом-отдыха, да, там, где берут апартаменты без питания, есть супермаркеты, сами себе готовят, веселятся. Естественно, что там жизнь течет круглосуточно, да, вот открываются бары, закрываются бары, открываются диско-бары, закрываются диско-бары, открываются клубы. Едешь туда с ребенком, но берешь ему беруши. Нет, вы знаете, есть такие отели, которые предназначены все-таки для семьи с детками, которые стоят отдаленно от центра. От дискотеки. Да, да, да. Поэтому можно... Ну, если что, можно деток кому-то оставить, вот, попросить соседей причем, посмотреть, а сами да, на дискотеку. Можно няню взять и как бы пойти потусить. Угу, прекрасно. Причем цены совмещать доступны. Приятное с приятным. Да, приятное с приятным. Я на Кипре не была, поэтому пока поделиться впечатлениями не могу. Вот, зато ими поделилась Агнеса. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Приходите в гости.